Всем привет, с вами Темный Ниндзя и Лангрисер Мобайл. Так, продолжаем с вами проходить заставу Всезимья. 6.3 у нас. Да, я уже выполнил. Скажу вам, довольно-таки непросто подбирать персонажей, которые есть у большинства. Куда проще использовать всяких аватаров света, Лукреции, каких-нибудь там Хильд, не знаю, спешных Эльвинов и прочее. Вот. Ну, давайте. Итак, давайте начинать потихонечку. Значит, моя пати такая. Луна, Лана, как раз Луна будет Лану баф, чтобы посильнее бить. Тиарис, Лиана как хил. И Ледин как танк. Ледин с 3-очковым скиллом, чтобы подтягивать цареубийцу. Вот. Ну и остальные свои роли будут выполнять. Ну, поехали. つける時が来たな。 信じる心です。ターゲットは？え？もう私の番？
нас с вами шестой ход. Мы вроде как выполняем все условия, да? И за три хода мы убили царя-убийцу. Вот как-то вот так вот. Надеюсь, будет вам какая-то хоть помощь от такой стратежки. Ну что ж, надеюсь, видео было полезным. А с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.